Сегодня в ночь православные верующие отмечают Рождество. С праздником жителей поздравляет глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Это один из главных христианских праздников. В это время верующие всего мира вспоминают события, случившиеся в Вифлееме более 2000 лет назад. К празднованию Рождества православные верующие готовили себя 40-дневным постом, который завершается после праздничного богослужения уже этой ночью. Старались совершать больше добрых дел, воздерживались от некоторых видов пищи и чаще посещали церковные службы, вспоминая события евангельской истории.